Дипломы об окончании университета студенты получали на зеленых аллеях Центрального парка в присутствии родных и представителей областного здравоохранения. В этом году медицинский факультет Международного казахско-турецкого университета подготовил 533 молодых врача по тем специальностям, без которых не обходится ни одно лечебное заведение. Наш университет выпустил врачей нескольких специальностей – терапевтов, педиатров, акушеров, гинекологов, врачей общей практики и стоматологов. Настроение всех выпускников приподнятое. К своей мечте – стать врачами – они шли несколько лет. И вот, наконец, она сбылась. Багдат Ермахан закончил факультет по специальности хирургия, но останавливаться на достигнутом не собирается. В планах выпускника – повышение уровня квалификации в резидентуре, где после вуза дают более глубокое медицинское образование. Я рад, что я сделал первый шаг во владении специальностью врача, но в будущем все же я хочу более обширные знания получить в медицине. О том, где я буду работать, пока не думаю. Нужно еще многому научиться. Мы же еще не врачи в широком понимании этого слова. Поэтому я хочу отучиться резидентуре. Как говорят руководители университета, за уровень подготовки своих выпускников им не стыдно. Студенты вуза получили хорошее образование, чему способствовала богатая материальная база. Поэтому после окончания университета выпускники без работы не останутся. В ходе ярмарки вакансий, которая проходила в апреле этого года на республиканском уровне, наш вуз заключил соглашение с управлениями здравоохранения других областей Казахстана. Теперь наши выпускники имеют возможность работать в других регионах. Таким образом, 75% выпущенных нами специалистов, можно считать, будут обеспечены работой. Как обещают преподаватели МКТУ, они после расставания не потеряют связь с бывшими студентами и будут следить за их судьбой. Данияр Худайбергенов, Марат Давлетов, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар».